Итак, бритва, вот она пришла, отклеена от коробочки, то есть вот так вот. Ну, она здесь в дополнительном пластиковом кейсе. В общем, бритва для путешественника, вот как кредитная карточка. То есть вот размер. Сейчас будем испытывать ее. То есть смотрим, вот так она отстегивается. Вот здесь зеркало. И можно посмотреть часть лица своего в это зеркало. Искаженно, конечно, но можно. Далее, в нее вот здесь с обратной стороны у нас есть два лезвия, которые вставляются вот сюда. Сейчас мы поймем только, как это делается. Вот это отщелкивается вот так. И вот так вставляется. То есть, и теперь мы готовы бриться. И сейчас я попробую побрить себя этой штукой. Специально отрастил бороду. Сейчас будем испытывать адские муки. Намазал одну сторону и давайте попробуем. Вот. Будем пробовать. Кстати, да, неплохо. Щипит больно, но ну, щетина такая. Ну, я специально неделю не брился, вот, чтобы протестировать эту штуку. И действительно, вот немного есть, но она сразу забилась, потому что большая щетина. Я думаю, сейчас я добреюсь полностью этой штукой. Переместимся в ванну. Вернулся из ванны, потому что там плохое освещение. Решил добриться уже здесь. Набрал себе немножко воды, чтобы смывать. И давайте до конца добреемся. Крем, правда, набивается, но смывается, то есть, смотрите. Так. Когда крупные волосы сняли, уже очень легко идет и гладенько, и реально выбривает до гладенького, то есть вообще ничего не остается. Раз начали, давайте до конца. Вот такие большие, больно. Но больно у меня, я бреюсь обычно раз в несколько, в 2-3 дня. И обычно мне достаточно Gillette Blue, и она бреет у меня нормально. Вот, теперь не больно. А вот тут больно. Уже стерлась полосочка белая. Вот она была оранжевая. Сейчас покажу, какая она была. Вот такого цвета она была. Теперь она абсолютно белая. То есть лезвие действительно одноразовое, скорее всего. И получается, этого устройства нам хватит всего на 2 раза. Ну, может там на 4 можно растянуть, если очень хочется. Вот это было больно. В общем, если берете эту штуку, не запускайте волосу недельную щетину, она бреет. Видите, как я выверил? То есть недельную щетину она бреет очень больно. То есть Gillette, мне бы так больно не было с Gillette. С Gillette, ну, один бы глазик немножко прикрыл бы и все. Тут, конечно. Больно. Реально больно, здесь слезы пойдут. Сделал ужас на лице себе. Пойду добреюсь под проточной водой, потому что... Итак, очень, друзья, побрился. Дальше. Вот что случилось. Сейчас ракурс поменяю и сделаю, покажу, что произошло с ней. Увидите. В общем, действительно, лезвие одноразовое вот это. Вот, с большой щетиной справляется очень с трудом. У меня была недельная щетина с такой проблемой. То есть я не сталкивался, я бреюсь обычно одноразовыми бритвами Gillette Blue 3 серии. Вот, и они, у меня хватает одного станка, ну, это одноразовый, он на месяц рассчитан, и вот я месяц приблизительно пользуюсь, бреюсь раз в 2-3 дня. Если вы
едете в отпуск, допустим, вот, и хотите эту штуку взять с собой в отпуск, ну и бреетесь в отпуске два раза там в неделю, допустим, там, в понедельник и там пятница, в четверг, то она не подойдет, вам будет больно бриться ей. Вот. Но если каждый день, то есть едете небольшую командировку, на 2 дня вам ее хватит. То есть утром, вот, 2 дня, и можно ее выбрасывать. То есть с большой щетиной, ну, это мучение просто. Я реально, мне очень больно было. Плюс за счет того, что она гнется, видите, как она не выгибается дальше. То есть вот, вот так она, это максимальный. Вот, в обратную сторону я думал, но в обратную сторону, ну, вообще как так? Так бриться, что ли? В общем, даже так, если взять и переместить лезвие в другую сторону, его можно прицепить. И вот так бриться, это тоже неудобно, поэтому я думаю, что вот правильный вот так. И реально неудобно. Неудобно в места такие, где труднодоступные, так сказать. Я вот здесь губу порезал, вот. Что это такое? Вот губу здесь порезал, и вот здесь я порезал подбородок, сразу посыпало, но побрило гладко, то есть я трудно очень вымыть воду из лезвия. Но побриться можно, реально побриться можно, если щетина небольшая, я думаю, без проблем можно побриться один раз. То есть станка хватает на два раза, вот эта вот штука со стеклом, ну, с зеркалом, она бестолковая, потому что тут, ну, реально, ты хрен тут что рассмотришь. Ну, видно, как бы, очертание, но оно кривое все, поэтому, ну, там тебя, то есть лицо ты не увидишь. Поэтому вот это вот зеркало считаю тоже бестолковым. Вот, ну, в принципе, такая штука спорная, и я бы не советовал. Если вы едете на 2 дня, можно купить обычный станок одноразовый, там, двухдневный, и не париться с вот этой тонкостью. Ну да, прикольно, конечно, тонко, кредитка и так далее, но мне кажется, это все баловство. Вот, или лучше, если и позволяет, и можно в командировке не бриться, лучше вообще тогда не бриться. Вот, на этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок.